Привет, ребята! Сегодня день рождения у мальчика Кукутика. Ему подарили вот такую интересную игру. Магнитная пицца? Ха-ха. Давайте-ка откроем коробку и приготовим пиццу. Так, открываем нашу коробочку и смотрим, что же там внутри. Очень интересно, что же там такое? Так, раз, два, три. Появляется пицца и ее ингредиенты. Давайте узнаем, что у нас здесь. Это основа для пиццы. Состоит из разных кусочков. Давайте вытащим и соединим. Так и вот так. На эту основу мы будем класть вкусняшки. Посмотрите, сколько их с этой стороны и с этой. На самом деле их здесь две половинки. Вот так. Посмотрите, сколько всего. И еще кое-что интересное. Это тосты. На них мы тоже можем положить разные вкусности. Да, хороший подарок мальчику подарили. А теперь давайте посмотрим, кто же к нему в гости пришел. А в гости к мальчику пришли его друзья. Девочка. Привет. Котик. Мяу. И кротик. Hello, hello. Да, друзья у мальчика такие разные. Кстати, вкусы у них тоже разные. Это мы обязательно учтем, когда начнем готовить нашу пиццу. Приступаем. Итак, на 4 персоны у нас с вами есть 4 кусочка пиццы. Давайте посмотрим, что же мы на нее положим. Одно из самых главных ингредиентов пиццы – это, конечно же, сыр. Давайте его вытащим и положим на нашу основу. Один кусочек, второй и третий. Сюда сыр мы не положим, потому что кот его не очень любит. Вместо сыра для котика мы положим рыбку. Ее он очень любит. Точнее, даже, скажем, это у нас называется шпротинка. Что же у нас дальше? По-моему, в пиццу кладут помидоры. Раз, два и три. Так, раз помидорка, два и третье. Какое вкусное сочетание. А что положим сюда? А вместо помидорки для котика мы положим креветку. А что же дальше? А дальше совершенно разное. Вкусы-то у всех разные, и еда разная. Мальчик вот, например, очень любит колбаску и бекончик. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. А девочка любит пиццу с грибами и сладкими ананасами. Ту-дум, ту-дум, бум. Кротик любит все растительное. Петрушку, оливку, перец и огурец положит он себе в пиццу. Раз, два, три. Целых 4 ингредиента. А что же мы положим котику? Он любит все морское. Давайте посмотрим внимательно. Чего же новенького? А, я вижу. Это щупальце то ли осьминога, то ли кальмара. Раз, два, три. О, какая красивая пицца получилась. Ну что, ребята, пицца у нас готова. Пора садиться за стол. Ой, пришел еще кто-то. Новый гость. Чем же мы его угостим? О, ребята, в гости пришел Ам-ням. Для него мы и приготовим наши тосты. Но что же мы туда положим? По-моему, сгодится все. На тосты для Ам-няма мы положим и бекон, и ананас, и огурец, и шпротинку. Так, еще грибочки, зелень, колбаску. Это у нас оливки, креветку и зелень еще. О, вкусно получилось! Подожди, Ам-ням! Он уже за стол садится, а мы еще с вами не посмотрели, какая же красивая пицца у нас получилась. Давайте еще раз вспомним, какие кусочки мы приготовили. Для мальчика вкусная с беконом, с колбаской. Для девочки с грибочками и ананасом. И это у нас, по-моему, для кротика с различными овощами. И, конечно, для кота с морепродуктами. Ням-ням. Видите, ребята, какие все разные. И любят совершенно разную еду. Ну, почти все любят разную еду. Некоторые любят есть все.